Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Dragon Champions. И в этом выпуске мы будем выбивать специальное снаряжение для воительницы из клана орков, для Зерры. Посмотрим персонажей, которые войдут в эту команду. Расскажу вам небольшую историю, почему мне до сих пор не удавалось выбить снаряжение. И, конечно же, введем промокодик для новых игроков. Промокод AlexProGift дает сочные ништячки для комфортного старта в игре, но доступен только для игроков с аккаунтами 15 уровня и ниже. И помогает хорошенечко развиться в игре. Итак, наши персонажи. Орки. Где же здесь Зерра, да? Так, пропустили, ладно, доступные. Сейчас все герои, расы. Так, и выберем наших орков. Ай, как же я просмотрел ее. Вот так-то, да. Итак, вот она, наша воительница. Действительно, скинчик прям у нее очень-очень мощный такой, да. Даже коса и та с клинком. То есть, если рубанет, то рубанет очень-очень больно. Вот так вот, видели, как раскрутила косу? Ну и когти, конечно, очень крутые. Что нас интересует? Нас интересует прокачка Зерры. Далее на 13-й тир. Но, к сожалению, 11-й тир я так и не сумел закрыть. Почему? Потому что нужны специальные когти, да, на Зерру. Найти их можно только в испытании. И в этом выпуске мы будем пробивать испытания избранника, для которого мне требовался Заланар. Вот такой вот злодей, которого можно было получить в начале из турниров. Вот, а сейчас он выкупается из магазина арены, которая не глобальная, а вторая наша арена. Использовать будем вот такую вот команду. Здесь нам нужна Зерра, Заланар, защитник и лекарь. Я поставил еще мага для того, чтобы вносить сочные дебафы. Вот, поставил морду. В качестве основного лидера взял все-таки Трамгара. Почему? Потому что мы получим, во-первых, сопротивление, во-вторых, получим эффект для орков, эффективность, да, и эффект для всех орков 5% восстановления здоровья за каждый наложенный отрицательный эффект. Поскольку цель у нас будет одна, поэтому все персонажи, которые будут наносить урон, да, по Зерре противника и при этом накладывать эффект отрицательный, будут давать прохил всем нашим оркам 5% от максимального хп. Вождь племени разъяренных рубак. Вот так вот. Огромная Зерра сразу вносит 30 тысяч дэмэджа. Прям мощно, очень мощно. Так, вызовем-ка тотемчик, да? Нормальная тема. Тотем у нас упал воздуха. Вот, то есть смотрите, что получается. Тотем воздуха получает 10 скорости. Пока он в бою, все союзники получают 5 скорости. Круто, согласитесь. Так, ускорим мы, конечно же, наверное... Давайте-ка Заланарчика. Не, не Заланарчика, а нашего Мордума ускорим. Получаем эффект усиления урона. Выбили нашего Заланара, ничего страшного. В принципе, так и должно было случиться. Вот. Еще кого-нибудь ускорим. Давайте-ка Зерру ускорим. Хопа! Вот такие мощные дэмэджи, да, согласитесь. Вот, пожалуй, самый легкий вообще бой, который был у меня за эффекты снаряжения, за элементы, да. Это именно битва против Зерры, избранник. И еще разочек. Раз, все, вот и все, получаем наши плюшечки. И собираем остальные элементы финального снаряжения для перехода на 12-й тир. В следующем видео, конечно же, посмотрим, как мы будем уничтожать на Зерру отряд отражений. И вот отряд отражений — это всегда очень-очень сложно. Там необходимо соблюдать баланс силы наших героев. Вот, чтобы они были с одной стороны сильными, а с другой стороны слабыми. Чтобы мы могли выбить в отражении
таких персонажей. Ну, в общем, как-то так. Поэтому Зера уже скоро-скоро будет переходить дальше. Соточку я ей вот эту вот, конечно же, куплю потом в магазинчике за 4000. То есть я в этом плане мелочиться не стану. То есть обязательно затарю уже за кристальчики, вот за дракоины. Вот и прокачаю этого замечательнейшего персонажа. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео — ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы — пишите в комментариях и в наших соцсетях, ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. Пока-пока, друзья, и до встречи в новых выпусках.